Ту-ту-ту. Всем привет! С вами Вурм, это игра под названием The Swooper, которую мы не продолжаем проходить, а просто смотрим на то, как какой-то чувак бегает и проходит, потому что я ее прошел до конца. Вы можете почитать, что здесь происходит, что тут описывается. В общем, я похерил файлы записи. А игра, оказывается, она тут геймплей у меня составила буквально 7 минут, поэтому перепроходить ради 7 минут я себя не смог заставить, потому что загрузиться никак вот к тому моменту, откуда мы начинаем, нельзя. Поэтому придется просто посмотреть в плохом качестве и просто понять, что здесь происходит. Сюжет завершился на самом деле жестко. Неизвестный корабль, расположение. Обнаружена неизвестная площадка. Это спасательный шаттл 509А, отвечаем на сигнал СОС. Вы слышите? Прием. Любому, кто находится на борту, наблюдаем повреждения. Любыми способами вам надо выбираться из этой станции до нашего подхода, или нам придется везти домой лишь трупы. Прием. Тесей, мы будем у вас примерно через 13 часов. Через 1-3 часов. Конец связи. Вот такая вот фигня, а здесь у нас запуск приземления, короче, платформы. Тут перевод немного другого чувака. Запущена последовательность приземления станции Тесей. И, собственно, с чего игра начинается, на том она и заканчивается. Корабль просто приземляется на землю. Но не совсем комфортно, потому что посадка под угрозой. Посадка под угрозой. Компьютер. Ой, компьютер. Корабль просто терпит крушение. И, судя по всему, наш герой, или точнее, героиня, клон героини из нескольких сознаний, бла-бла-бла, все такое, приходит в себя после крушения, спустя уже какое-то время, когда исследовательская группа прибыла, ну, спасательная, точнее, группа успела прибыть. И она бежит спасаться, собственно. Я вот думаю, читать ко мне или не читать, потому что я боюсь, что я не успею прочитать, потому что чувак быстро пробежит. Тут была вот всего одна вот такая вот головоломка, и то это не головоломка, просто создается три клона. Один клон создается за дверьми, и персонаж просто перелетает в него и бежит дальше. Все. Поэтому я, собственно, не стал перепроходить ради этого. Вот, мы оказываемся на планете. Жить стоит любой ценой, я все еще чувствую себя разум, не только мозг. Никто не заставит меня сделать это, есть другой путь, единственно верный путь. Выбор такой же, как и прежде. Вы можете умереть здесь, или можете сделать то, что должны, чтобы жить. Это спойлер концовки небольшой. Это спасательный шаттл 509А, отвечаем на сигнал СОС. Ожидаю анализа ситуации. Земля кораблю. Объект в порядке, но приборы зашкаливают. Рекомендуется протокол полного карантина на время извлечения. Прием. Не волнуйтесь. Мы заберем вас домой. Корабль Земле. У нас нет нужного оборудования на борту. Мы не можем безопасно извлечь объект. Конец связи. Какие ваши приказания? Конец связи. Сделайте все, что необходимо, и вернитесь на корабль. Отбой. Я сожалею. И тут предоставляется выбор, либо переместиться, собственно, спасателя, или остаться на планете. Я выбираю тот же самый вариант, что сделали здесь, то есть переместился в персонажа. Долго мне пришлось искать этот видос, потому что мало кто Swooper проходил на ютубе. База, я вижу... Подтверждаю, она просто прыгнула. Повторяю, объект просто прыгнул. Нет показателей жизни сигналов. Марко, что случилось? Черт подери, это третий случай в этом месяце. Маркус, отбой. Маркус, доложи, он выглядит не как обычно. Ты видишь его? Ну, выглядит как обычный Маркус. Это про персонажа слева говорят. В общем, компьютер отсюда нас выведет. Занимать свои места, люди. Кто она была, все-таки? Просто обычный оппортунист? Фиг его знает. Какая хрен разница?
Ну, в общем, после чего идут субтитры, и все. Сорянью сразу то, что такая серия вышла, мне пришлось с Ютуба снимать моменты, эти, поэтому получились они в разном качестве, в хреновом качестве. И сначала на русском, потом с английскими субтитрами, потому что мало кто проходился в опер именно без озвучки, чтобы я мог спокойно вам показать, записать. Но я это сделал, я это показал, записал. Есть вторая концовка, где наша героиня просто спрыгивает вниз с обрыва, размышляет о том, о смерти, о том, что она прожила короткую жизнь, была ли она клоном, была ли она человеком, хрен его пойми. Уже она не узнает, она просто умирает. То есть в любом случае конец один. Либо наша героиня становится этим Маркусом, вселяется в него, в обычного спасателя, скорее всего, ей там приходит жопа. Либо то, что обнаружит то, что это ни хера не Маркус уже, потому что там смешение сознания и вся фигня. И захват вообще всего населения. Хотя нет, там захвата же не будет, пушки же не осталось. Пушка была у героини самой. Вот, ну, либо ли она просто умирает сама с собой. Но в любом случае получается то, что она и так умирает, потому что клон все равно спрыгивает. И, возможно, она все-таки в любом случае перемещается, в любом случае умирает. Хрен его знает. В общем, такая вот серия получилась, я не думал, что она будет такая короткая. Если бы я знал, я бы записал это в прошлый раз, но как вышло, так вышло. С опером весь показал, он у нас пройден. И теперь можем заняться более продуктивными играми. К сожалению, игра здесь сама себе особо сильно не объяснилась, это грустно, но ничего страшного. Найдем что-нибудь получше и поинтереснее. В общем, все, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты. Всем удачи, всем пока.